Добро пожаловать на Hard Reset Info. Это Ulefon Note 7P. Показываю, как выйти из режима Fast Boot. Мы в режиме Boot Mode, да, нажали на кнопочку Fast Boot. Теперь у нас внизу горит надпись Fast Boot Mode. Итак, как же войти в нормальный режим? Все просто. Нажимаем и удерживаем кнопку питания на протяжении 20 секунд. Ждем. После того, как экран выключится, можно кнопку питания отпускать. Ну, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем добра.